Я хотел бы обратиться к руководству правоохранительных органов Николаевщины, господину Говорухи, господину Шайхету и господину Усманову. Николаевцы устали от того беспредела, который сегодня происходит в городе и области. Пружина народного недовольства сжата до предела. И дело моего сына, которого обвиняют в преступлении, которого он не совершал, может стать последней каплей терпения, переполнившей чашу. Фальсифицировать и покрыть преступников, которые фальсифицировали это дело, не удастся и не надейтесь. Слишком много фактов, свидетельствующих о том, что данное дело сфальсифицировано. Я хотел бы обратиться к николаевцам. Дорогие друзья, 13 лет моей жизни меня связывают с этим городом. Я закончил здесь службу, был на выборных должностях, начал заниматься бизнесом. Здесь родились мои сыновья. И мне сегодня очень обидно и больно смотреть на то, что происходит в Николаеве. Я хочу вам напомнить замечательные слова. Не бойтесь врагов, они могут вас только убить. Не бойтесь друзей, они могут вас только предать. Бойтесь равнодушных. Именно с их молчаливого согласия совершаются самые мерзкие преступления. Не будьте равнодушными. Честь имею.